Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Роблокс. Сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор питомцев. И как видите, я собрал свою собственную армию роботов. Друзья, это мой личный питомец в этой игре, это роботы, друзья. Что может быть лучше роботов? Да, конечно, здесь есть крутые питомцы, но вот таких вот милашечек здесь просто нет. Смотрите, у меня 7 вот таких милых мальчиков моих. Это мои близняшки, мои, не знаю, клоны. В общем, такие прикольненькие роботики. Они у меня, кстати, фармят тоже неплохо. Но они больше для, скажем так, красоты, для наслаждения глазам, потому что они реально милашки, смотрите какие. И зовут их почти как меня. Вот такие у меня ребятки. Кстати, я собрал почти армию пчел. Если вам интересно, я покажу их в следующей серии, как они выглядят полностью, если собрать все 7 пчел. И сегодня в серии мы с вами будем тратить, как видите, у меня 100 миллиардов. В прошлой серии я показал, что я собрал армию ангелов. Как видите, у меня есть армия ангелов, армия демонов, вот этих риперов, это у нас жнецы. И армию танков, и армию вот этих вот ледяных королев. Но вы сказали, Робзик, ты, конечно, молодец, но мы хотим видеть на видео, как ты открываешь яйца. И поэтому специально для этой серии, друзья, специально для вас... Кстати, не забудь поставить лайк прямо сейчас ставишь лайк, подписывайся на канал и нажимаешь колокольчик. Специально для этой серии я нафармил 100 миллиардов, друзья, 100 миллиардов, которые мы с вами прямо сейчас, вот прямо сейчас на видосике будем тратить. Это у нас 20 яиц, и возможно мы с вами дофармим, хотя нет, 20 яиц, достаточно, 20 яиц, попытаемся найти какого-то супер-пропер редкого питомца. Давайте мы начнем, место у меня есть, у меня 100 мест в инвентаре, в общем 73 забито сейчас. Куча-куча крутых питомцев, у меня сейчас уже около 45 или 50, я не считал. В общем, я потратил уже миллиардов 200-250, я уже сбился со счету, ребята. Так, давайте, открываем яйца, меньше говорим, больше открываем. Итак, 20 яиц, ребята, погнали, 100 миллиардов. Первые 5 миллиардов улетают. Улетают в наше яичко, мы получаем с вами рипера. Отлично, но это у нас есть. Таких друзей у меня уже очень много, мне они, в принципе, не нужны. Следующий у нас питомец, танк. Хорошо, друзья. Запомнили, минус 10 миллиардов у нас уже улетело. Здесь, кстати, есть куча других питомцев, да. Вот эти вот роботы, которые у меня сейчас, мои 7 милашечек, довольно-таки сложно было поймать именно 7 штук. Потому что они выпадают с вот этого яйца за 350 миллионов. И это непросто, на самом деле. Я думал, там хуже всего поймать, проще, вернее, сложнее всего поймать, это единорожика. Потому что они с этого яйца, ну, реально топово. Они даже сильнее, чем танки за 5 миллиардов. Но оказалось сложнее всего поймать вот этих вот милашечек. Друзья, если вы сможете, попробуйте поймать вот этих работенков. Это просто жесть. Поймать их 7, я не знаю, я или это просто уровень везения Робзи, но я их долго ловил, ребята. Так, давайте, третье яйцо, 15 миллиард. 15 миллиард у нас улетает просто в яйцо. Огненный король, отлично. Это мой 7-й, если не ошибаюсь, огненный король. Давайте мы их, естественно, их поставим. Посмотрим, как они будут у нас смотреться, мои 7 огненных. Огненных, скажем так, королечков, которые у нас бесполезные. Я их тестил каким только можно способом, друзья. Я их совмещал с другими персонажами. Совмещал с королевами. Но они, одним словом, какахи. На самом деле, я не знаю, что вы там мне говорите в комментариях. Они реально очень... Ну, хуже них просто не придумать. Конечно, если там с яйца за 50 миллионов, да, можно что-то хуже найти. Но я не знаю, почему их такими сделали. Они реально крутые. Они не так часто падают. Но статы у них довольно-таки хиленькие. Но выглядят они реально круто. Потому что, во-первых, они есть в донате, если я не ошибаюсь. Да, такой персонаж в донате стоит 2800 робуксов. Ни в коем случае не покупайте персонажа из доната. Ни в коем случае. Потому что даже Electric Smile, смотрите, у него 125 на 200. Такой же есть у нас в яйце за 50 миллионов. У него статы, ну, в 10 раз больше. Ну, просто, ну, в 5 раз пускай. В 5 раз больше статы, но это жесть. Не покупайте за донат. Также вот этот уникорн, настоящий уникорн с яйца за 350 миллионов, у него статы по 1400. Даже вот у этот, смотрите, статы 1000-1000, вот, друзья, 1000-1000 было, да? Вот вам яйцо за 350 миллионов, 1400-1400, но он просто уже прокачан немножко. Так, вот такие у меня 7 огненных, я собрал только что на ваших глазах армию моих огненных королей. Да, Fire King, все правильно. И значит, мы с вами продолжаем тратить денежки. Это у меня какой уже миллиард. Опять танк, я понял. Я понял, танк так танк. Давайте, это у меня получается, мы потратили вместе с вами уже 20 миллиардов. 20 миллиардов, капец. Бум, ангел. Ну, хороший персонаж. Я топове него еще не встречал. Вы говорите, что есть какой-то там, не знаю, лунтик или кто там, такой трехголовый зверь. Но я открыл уже, ребята, это получается сегодня я, в общем, потрачу 350 миллиардов.
где-то общая сумма, которую я потрачу, это 350 миллиардов. Вот с сегодняшними деньгами, которые мы с вами сейчас просадим. И мне ничего не попадало сильнее, чем ангел. И давайте... Рипер, понятно. Продолжаем дальше. Естественно, 30 лямов улетело. Продолжаем открывать дальше. У нас еще с вами впереди много денежек. Огненный король. Хорошо, хорошо. Но мне он уже не нужен даже для коллекции. Я их, конечно, сейчас, естественно, уберу. Мне они не сильно нравятся. А нет, они симпотные, но... Для красоты я могу взять даже тех же роботов. Где мои роботики? Ну-ка, роботы, выходите, ваш выход. Так, Роб. Хорошо, тебя как зовут? Робс. Выходи, Робс. Ро. Ну, пускай будет Ро. Роб. Еще один Робик. Это кто у нас? Еще один Робик с большой буквы. А тебя как зовут? Робс. Боже, они все. И Робзик. Мой маленький роботик. Вот такие вот 7 милашечек. Они будут, не знаю, принесут мне удачу, не принесут. Открываем дальше. Так... Погнали, погнали, это у нас с вами... Ага, ледяная королева, таких у меня тоже уже много, можно хоть их удалять, они уже мне бесполезны. Мы потратили с вами 40 миллиардов. Ну, погнали дальше, давайте сейчас потратим 50, посмотрим, что она выпадет. Ага, танчик, понятно, танчик. Танчик это уже прошлое. Их у меня просто перебор, я уже, кстати, некоторых удалял. Опять огненный король, да что ж ты будешь делать, а? Где заветная супер какая-то зверь, звериная морда, которой у меня не было? Ангел. Ладно, кстати, мы перевалили планку с вами 50 миллиардов сегодня уже. 50 миллиардов уже плавненько переехали в 60. 60 миллиардов. У нас осталось 44 миллиарда. Ну, 4,6 мы не можем с вами потратить. А вот 40 миллиардов мы сейчас с вами можем сегодня протринкать. Итак... Опять огненный король. Да что же ты будешь делать? Всего лишь осталось 35 миллиардов, которые можем потратить. Это 7 яиц, если не ошибаюсь. Ага, ледяная королева. Что-то слишком часто они начали мне падать. Итак, мы с вами еще можем открыть 6 питомцев. Это, кстати, 6. Опять ледяная королева. Да что ж ты будешь делать? Ребята, вы видели? Сколько у меня этого добра? Роботики, ангелы. Ну, роботы чисто для прикола. Пчелочки тоже. Вот этих вот. Ну, смотрите. Боже мой, их у меня здесь... Вот, уже 7 штук. Так, 7, а здесь сколько? Вот еще 8, 9, 10. Да боже мой, куда мне вас девать? Вот их змеючечек я оставлю чисто для коллекции. Они такие симпотные, я не знаю, мне не очень нравятся. Они, кстати, были за робоксы, 59 робоксов, я просто их взял чисто для коллекции. Итак, мы еще сможем с вами открыть 5 яиц. Еще 25 миллиардов у нас с вами в кармашке валяется. Бум, опять ледяная королева. Да чтоб тебе, а, ледяная королева, зачем ты мне нужна? И давай танк, понятно. Хуже питомец в этом яйце? Нет, не хуже. Хуже всего ледяная королева и огненный король. Хуже них здесь нет. Итак, давайте, что? Опять, да ёшки-кошки, ребята. Осталось всего лишь две попытки. Две попытки для того, чтобы открыть вот это яйцо. Кстати, возможно, все-таки вот этот трехголовый дракончик такой, как говорите, пишут мне в комментариях. Возможно, он падает с какого-то другого яйца, потому что этих я яиц открыл уже просто немеренное количество, друзья. Получается, я открыл, если 350 миллионов разделить на 5, то сколько получается, друзья? Правильно, я открыл таких уже 70 яиц, друзья. 7,5, 35, да, если я потратил 350 миллиардов на вот эти яйца, то я открыл уже 70 яиц. Это как минимум, это то, что я примерно посчитал. Из 70 яиц мне ничего не упало круче ангела. Так что, либо я вообще капец невезучий, кстати, мы открываем с вами предпоследнее яйцо на сегодня. Либо я капец какой невезучий, либо его здесь просто-напросто нет, я не знаю. Итак, давайте последнее, это у нас 100 миллиард, так давайте мы сейчас его тоже вскроем. И давай. Бум, понятно. Все очень плохо. Значит, я своих пока что, моих роботики. Так, ребятка, давайте, вы прыгаете ко мне в инвентарь. Мы с вами сегодня заканчиваем вот этих вот роботов рассматривать. Они очень крутые, я их, естественно, удалять не буду, потому что это же робзики, это мои маленькие, скажем, детки в этой игре. Реально, очень нравятся. И, естественно, мы с вами достаем вот этих вот просто мега-мутантов. Ну, они, кстати, у нас ангелы, да, но фармят они просто божественно. Я фармлю с большого сундука, который на 9 миллионов, почти 2 миллиарда с одного сундучка. А фармлю довольно-таки быстро его этими питомчиками. Сейчас я с вами, я в прошлой серии рассказывал, но все равно нашлись те, кто спросили: Робзи, а как ты так быстро бегаешь? Ребята, я бегаю быстро вот за вот эту штуку. Это донат. Покупайте вот эту випку, но вам я не советую покупать. Это просто вы спрашиваете, как ты так быстро бегаешь?
Вот, это не читерство. Вот, покупаете випку и быстро бегаете. Как ты имеешь 7 персонажей? Ребята, там можно купить, друзья, расширение ваших возможностей до 7 персонажей. Еще мне писали: а зачем ты столько бегаешь? Зачем ты бегаешь от одного сундука к другому? Сбрось персонажа, умри, и ты окажешься в начале. Ребята, в этой игре нет сброса. Видите, вот эта кнопочка горит неактивная. Вот такая вот ситуация. А мои ангелочки фармят просто как дикие. Смотрите, они просто сжирают все подряд. Фармят мне очень много денежек. Я все сундуки фармил очень быстро. Жалко, что сейчас мне не попался, друзья, большой 9-миллионный сундук. Естественно, бы мы с вами его открыли. Хотя открывали бы мы его довольно-таки быстро. Вот сейчас мы откроем вот этот синенький сундучочек. Получили много. Давайте откроем золотой сундук, посмотрим, сколько. У него всего лишь 400 тысяч жизней. Ну, вскроем мы с вами его буквально за секунд, наверное, ну, 30 от сил. Я не знаю, где-то я фармлю 100 тысяч. Я не знаю, ребята, давайте посмотрим, как, насколько быстро я скрою. Я даже помогу им немножко поклацаю вот эту цель. Немного ускорим наших ребяточек. Давайте, 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 150 тысяч. У меня сейчас 6 миллиардов 641 миллион. Так, давай, 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 давай. И бум, бу-бум. 641 плюс... плюс 52 миллиона. И, кстати, да, вот этот огромный сундук, я считал, что я получаю с него ровно где-то 500 миллионов. Ну, там 498-500. Вот этими вот ангелочками. 500 миллионов. У него 7,5 миллиона жизней. А у сундука, который 9 миллионов жизней, я получаю почти 2 миллиарда. Вот вам и разница. Опять же, напоминаю, этот сундук полная лажа. Вот такая вот ситуация, друзья. Сегодня мы с вами посмотрели моих ребяток. Моего питомчика здесь под названием робот. Вот они, красавчики мои. Где они? Вот они. Так и называются они, роботы. Потратили с вами 100 миллиардов этой серии. Поэтому ставь лайк, подписывайтесь на канал. На сегодня все. С вами был Робзи. Хорошего настроения. Спасибо за просмотр. И всем покедова.